Более 3000 жителей Якутии приняли участие в досрочном голосовании на выборах в Госдуму, сообщает Центр избирком республики. Это геологи, оленеводы, строители газопровода «Сила Сибири», вахтовики. Члены избиркомов добираются к ним вертолетами, вездеходами и наземным водным транспортом. Всего в Якутии в труднодоступных и отдаленных местностях проживает около 6 тысяч человек, что составляет менее 1% от общего числа избирателей. Открепительные удостоверения выданы порядка 6 тысячам граждан. Все необходимые для проведения выборов документы изготовлены и направлены в территориальные избирательные комиссии. Напомним, выборы в Госдуму пройдут по всей стране в предстоящее воскресенье 18 сентября.